Всем доброе утро. Вот мы собираемся на Парагвай. Все братья на месте. Чемоданы. Все, будем молиться и вылетать. Вот мы уже приехали на вокзал. С аэропорта надо было сразу выезжать быстро сюда, чтобы по времени успеть на автобус. То Юра, брат Юра уже пошел билеты смотреть. Коммунитарку вот взяли и будем ехать 7 часов еще. Вот мы приехали на это место к брату Луизиану, где мы будем жить. Здесь комнаты. Вот кухня, вот печь, здесь роблят пирожки, и вот бэк-ярд. Вот мы сейчас едем к сестре Виргинии, заехали в магазинчик, скупляемся некоторые продукты для нее. Я плачу так, як Давид, коли дух Господній наповняє. Сейчас загрузились продуктами. Здесь у нас хлеб, колбаса, рис, вермишель. Целый трак загрузили продуктов. И мы в одно селение едем к индейцам. Вот мы добрались к этому поселению, где здесь живут. Они как индейцы местные. Уже несколько дней никто сюда не заезжает, не выезжает. Чисто из-за того, что пошел дождь, и сюда почти невозможно добраться. Но чуть-чуть, несколько дней уже не было дождя, то мы вот доехали. Домики, здесь холодно. Они, вот этот босый, дети босые бегают. Вот домик. Вот это человека дом. Также вот пластиком натянули. Надо нагибаться, чтобы туда зайти.
Вот мы приехали в лес. Сюда очень долго добирались. Вот эти живут в джунглях, можно сказать, в лесу. Вот это индейцы. Я попрошу зараз пастора Андрея Молеву, чтобы пришел тоже, что там шоу. От ми приїхали на собрання. Церква українська. Зараз буде починатися служення. Всі собираємося на собрання. Вони не обновили. І знаємо перфектно рієн, і ромагу, папа, і сіро, у нас тато, перед кінкана пуно, де наполіли, о, еще одну церковь. Здесь братья очень ревностно служат Богу. Не очень большая церковь, семейная, как маленькая, но ревностно служат Богу. Жизнь святой пронесет.